Ребята, всем привет, с вами Александр, у нас акция Аксолотля. Аксолотля. Что это такое, что бы это могло значить, непонятно. Так, а, вот оно чё. Ну, это выполнить это условие, это не-не-не-не, вы что, не-не-не-не-не, мы на такое не подписываемся. Так, этого дракончика у меня нет. Чтобы участвовать в акции. Кстати, там вот с телефона, если заходишь, то тут лабиринт. Как бы у кого есть, да, у того есть возможность пройти лабиринт этот, ну, только что мигнуло. Да, а здесь не участвую. Как я и говорил, у меня тут что-то не получилось. А, ну вот этого парня получить можно. Я что-то как-то и подзабил на это все дело, ребята. Такое бывает. Ничего там интересного мне изначально не было. Так. А. Да, вот эта пустышка, это значит яйцо. Продать. Так, кто из тебя получился? Я там пытаюсь какого-то колдовского вывести. Опачки, у меня такого точно нет. Это колдовской, ребята. Давайте сейчас покажу. Надеюсь, колдовской. Вывести. Блин. Цветок, коробка, муравей, янтарь, глина, оригами, сова, гипоэстес, тоже колдовской, да? Механизм, жучок, блин, адский. А вот эпик получить, ага, синее пламя, да, по-моему. Так, какаду знаю, как выглядит. Дискошар. Могу получить дискошар. А чего не хватает? А, колдовской уровень 3-4. Супергерой. Вот. Вот я его только что получил. Ха-ха-ха. Прикольно. Так, жучок. Давайте жучок. Что надо? Колдовать уровень 2. Колдовать уровень 3. А, ну давай сюда перейдем. Так, а ты вообще кто? Ага, вот яд у нас, да? Его нужно заколдовать. Давайте одно колдовство. Два колдовства. И три колдовства. Так, а теперь тебя нужно заколдовать на уровень 2. А, это божественный? Ой, нет, я уже испугался. Так, ты кто? Апельсин. Да, это мой один из самых первых боевых драконов. Ну и начать выведение. Начать выведение. Так. Еще можно ускорить. 9 часов. Интересно, получилось, не получилось? Наверное, маловато. Там надо что-то больше суток. Так. Соберем немного. О! Стихия ветера разблокировалась нашему Гермесу, ребятки. Еще стоит его покормить повыше куда-нибудь. На 30 уровень. Вот так вот. Гермес со стихией ветер. Ну, пробуждать не будем, это 100 кристаллов стоит. Так, давайте смотрите, у нас еще есть новый дракончик, ребята, вы в прошлой серии, да, кто глазастый, точнее, кто внимательный, тот заметил. Так, и вот у меня вот он, вот здесь был. Так, вот, этот наш новый дракон, это дракон подводный, ну, точнее, подводная лодка, красиво нарисован, все четко видно, без проблем. Это у нас вода и тень. Редкий дракон. Кстати, нужно сейчас поставить на выведение каких-то драконов. На 20-й, естественно, мы его кормим. Вот такой. Ну что, прикольно выглядит. Реально как подводная лодка. Так. Колдовать пока не будем. Так. Вы у нас по каким стихиям? С тобой все понятно. Пустота. Пустота и металл.
Может, тебя можно куда-нибудь уже подвинуть? Не, в пансионат это последнее дело. Вот, металл есть. Переместили его в металл. Пусть будет, пусть там тусуется. Оп-оп. Иди сюда. Отловили. Так. Ну, с этим, так сказать, разобрались. Еще яйцо. А, это у нас пасхальные яйца уже летают, да? У нас католики уже празднуют Пасху. Но мы пока что нет. Так, ладно, тогда нужно собрать еду. Раз такие дела. Ладно, тогда хотя бы того нужно получить, наверное, цветочек. Так, собрать золото, еда готова. Так, кстати, ну а что, давайте ж... Я даже не заходил сюда ни разу, ребята. Ну, что, бывает. Прикольные драконы. Таких не встречал раньше. Так, идем воинственным путем открыть первый сундук. Цыпа какая, ядовитая. Еще с яйца не вылупилась, а уже ядовитая. Готово. Так, а вот этот цветочек, да? Которого нам получить нужно было бы. Так, а, ну вот всего лишь два этапа. Пройдем сейчас тогда хоть пару этапов. А, здесь тоже простой этап, да? О, кролик. Сколько здесь этих кроликов? Давайте сейчас найдем. Вот еще кролик. Так, ну здесь этап подлиннее. Всего два кролика я нашел. Выжил. А нет, то был другой цветочек. Так, кролики нас преследуют. Мне они все время напоминают кроликов из Shadow Warrior. Бешеных кроликов. Так, вообще что-то он даже не почувствовал. Так, такой дракончик у меня есть, ученый, или как там его, профессор. Победили. Вообще-то кролики, зайчики, это очень быстрые существа должны быть. Они тут у нас еле-еле ползают. Ух ты, статуя свободы, прикольно. Сжечь всех. Так, водопроводный кран какой-то у нас тут, дракончик, индюк, мне индюка чем-то напоминает.
Та-дам! 25 алмазов. Ух ты, ради этого, да. В принципе, ради алмазиков стоило поиграть. Так, даже в третий этап мы проходим. Ух, еще 1000 очков мне осталось. Куда-то сейчас еще, может, сундук откроем. Блин, спалил все очки, нажал пропустить. Ну что ты будешь делать? Нет за что теперь сундук открыть. 800 баллов спалил, ё-моё. Вместо кнопки бой нажал пропустить. Ну чё ж бывает, чё поделаешь. Так, дракон Смаук. Или же сокровище, кому как больше нравится. И дракон-пират. Не понял. Так, заглючило, короче, игру. Не знаю, может, надеюсь, не сохранилось нам хотя бы последних вот те вот 800 очков. Ага, фигушки там не сохранилось. Сохранилось, все. Ну, что поделаешь. Так, ладно, цветочка вот этого нужно будет получить. Питая. Питая, это, по-моему, такой плод какой-то есть. Питуя, питая, может, цветочек просто. Так, а ты у нас водоросль, понятно. Так, битвы выиграть, но все равно не хватит 200 очков, это маловато. Поймать яйца, собрать еще парочку призов. Сейчас кого-то нужно посадить в инкубатор, естественно. Яиц тут разлеталось довольно-таки много. Вот дракон сокровища, вот, с которым мы только что сражались. Так, ну и куда идем? Идем в инкубатор. У нас здесь много есть драконов, которые хотят вылупиться. Так, кармин Мурана Алоэ. Легендарный. Три легендарных дракона, ёшкин, так вот. Придется легендарное жилище, наверное, построить. Так, ну для начала давайте вырастим яркого. Так, больше не буду занимать, а то нам еще это все дело пригодится. Так, ну все вроде тогда, ребятки, не будем сейчас там идти на колдовскую арену. Такая у нас короткая серия. Код дружбы, ребятки, 5B0F59. Так что добавляйтесь. Всем пока.